Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. Мы вынуждены сообщить прискорбную новость. Ушли из жизни выдающиеся актеры, творческий путь которых оставил яркий след в современном искусстве. Настоящие патриоты, преданные национальной культуре своей страны. Их многочисленные образы на сцене и в кино снискали всенародную любовь зрителей. Актерам были подвластны различные образы, которые они с успехом воплощали на сцене, радуя и восхищая зрителя своим талантом. Светлая память об этих замечательных людях всегда будет жить в наших сердцах. Буквально недавно стало известно, что ушли из жизни сразу два выдающихся актера. В возрасте 85 лет не стало главного режиссера Днепровского академического театра драмы и комедии, народного артиста Жана Мельникова. Широкому зрителю он известен по таким киноработам, как «Весна на Заречной улице», педагогическая драма «Вдали от Родины». Актер играл часто эпизодические роли в сериалах. В театре Мельников сыграл и срежиссировал более 150 спектаклей. Вторым актером в этом печальном списке оказался Ефим Александрович Каменецкий. Он скончался ночью в больнице. До последнего времени артист продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого «В осколках собственного счастья». Более 60 лет Ефим Каменецкий отдал драматической сцене. Кроме того, снимался в кино. Среди работ народного артиста – «Проводы белых ночей», «Строгая мужская жизнь», «Объяснение в любви», «Антигона», «Петр I. Завещание». Ефиму Каменецкому было 85 лет. Редакция нашего канала приносит искренние соболезнования родственникам актеров.